Борзеллы продолжают цветение, цветут и красиво осыпаются. Солнце за облаками. Грозовой день сегодня. Грохотало где-то в стороне. А борзеллой можно сегодня любоваться и любоваться. Идеально нарисованные цветы. Каждый цветок — целое произведение искусства. Посмотрите, какие у нее цветы. Ах, какая борзелла. Хорошо держала жару. И опять же хорошо, что нет сильного дождя. Друзья, у нас смена погоды кратковременная на прохладу. Ну какой поставили прогноз до конца июня? До 30 градусов. У нас еще только распускаются сара-бернар. Еще несколько сортов стоит на бутонах. И вот это цветение, наверное, совпадет с жарой. Борзелла осыпает лепестки. Удивительно красивый сорт. Я выкладываю для вас видео одних и тех же пионов, чтобы вы могли по возможности внимательно рассмотреть цветы каждого сорта. Большое количество кустов на даче содержать сложно. Для этого должны быть соответствующие погодные условия. Сейчас будем обрезать цветы, которые испортил дождик. Малейший дождик, даже 15-30-секундный или минутный, может наделать много интересных дел. Если следом выглядывает солнце, то не все сорта выдерживают такие погодные условия. Про борзеллу можно сказать, что она держится отлично. И то гибриды, по-моему, очень крепкие пионы. Стараюсь снимать для вас цветы крупным планом. Борзелла — сорт с идеальными цветами. Посмотрите, георгиновидные цветы. Вот так она отцветает. Идеальная форма цветов. Надеюсь, просматривая мои видео, вы выберете для себя нужные сорта. Кусты у итоги гибридов аккуратные, но взрослые растения имеют крупные размеры куста. Тот куст поддерживает одна небольшая опора, иначе он будет еще больше. С
стебли раскинутся в разные стороны. Борзелла постепенно отцветает и одновременно открывает оставшиеся бутоны. Ну, очень хороша собой.